Здравствуйте! Ой, еще извини. Представляете, Людмила Михайловна? Извиняюсь. «Электричество не было, кино не будет» называется. Целый час почти 11 ждала. Я говорю, вы что так долго? Я бы не опоздала, конечно. Троллейбус. Ну, говорит, электричество там где-то на правде не было. Все нормально. Я говорю, ну, елки-то. Я распереживалась, я думаю. И раз, ножка три, два. Пойду по ней. И раз, и два, и три. Рукой, оп, молодец, четыре. А назад, и так есть, раз, и назад, два, и три, палки, оп, молодец, четыре. И ножку назад, раз, растяжка большая, два, повернулись, три, коротенько, я думаю, зачем? Четыре, сомкнемся, пять, шесть, и повернулись. Сели в первую позицию. И левую ножку открыли. Восемь. С левой. И раз. И вместе с вами два. И на две сели. Три. Четыре. И молодцом. Выросли. Четыре. Назад. Раз. Не качайся. И два. И села. Три. И а нога сзади. Цифру. Как будто круг рисую. Вот ты крутишься. И вот рисуй, рисуй, рисуй. Рисуй кружочек. Да. Четыре. Растяжка. Молодец. И раз. Два. Подняться. Три ножки вперед. Четыре, вперед, и гнемся. Пять, шесть, и поворотик. Бариточки, семь, и пятая позиция, или первую позицию, восемь. Можно пятую, можно первую. Ладно, фондю. Два вперед, два в сторону, два назад, один в сторону, сутулю с левой ноги. Давайте, пятая. Фондю. Переводится в палец. А, сейчас вспомнила. С полупальца начинаем, с полупальца. И ножка на сутулю, две, раз, вперед, два. Три, два раза, потом два раза в сторону. И раз спереди, а сзади все равно тут две пяточки прижимаются. Спереди прижимается носочек на косточку. Вот косточка у нас вот это есть косточка. Вот это есть у тебя косточка. Спереди на эту косточку ставим носочек. Пятка между пяткой и с какой опорой должен носочек уместиться. А сзади наоборот пятка прижимается. Носочек вот так отлетает, как птичка. Вот так. Ага, ну давайте. По два крестом. Два вперед, два в сторону, два назад, два в сторону. Один раз в сторону, сутулю с левой ноги. Рот скривит. Такая красивая девчонка, и вот так вот отдумывает рот кривой. Пятый. Сразу начинаем. Полупальцы. И полупальцы. И чуть-чуть растопили ноги. И раз, два. Маленькая. Три. Ты будешь четыре в сторону. Пять коленочек вытягиваешь. Шесть. На ноге стой, не варись. Восемь. Назад. Раз, не падай. Два. Сейчас опору берешь и пойдешь. Три. Четыре. В сторону. Раз. Два. Сутулю. Три. И левая ножка. Четыре. С левой ножки. Раз. Два. Три. Четыре. В сторону. Пять. И смотри. Шесть. Ой, вы снимаете, семь. Да? Нет. Восемь. Вот тут камера. Раз. Снимает. Ничего не снимаем. Два. Три. Четыре. В сторону. Раз. Два. Сутулю. Три. Четыре. Теперь смотрите, вот это вот так. Вот так. Сразу у вас плечо поднимается. Чего это такое вот так? Болит? Болит вот так? Вот делаете, вот все равно. Слегка придерживайтесь. Как будто на одну. Без рук. Просто как на середине то же самое делать. Ой, пардон, она, по-моему, выключилась. Надо нам снимать. Выключить. Да когда стояла уже? Да ты что? А-а-а! Это вот, да, это же снимаете. Думаю, как вам продать? Дубль как мам фроте. Сделал педаль. Фроте. Назад, два, три. Назад, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. И ти, два, ма. И восемь вперед. И восемь назад. Шесть назад. Сплю с левой ноги. Прям песня. Да. Ну, приготовились. Пятая позиция. Полупальцы. Раз. Thank you.
движение фонда. Если фонд любит делать сесть, а потом встать, а здесь наоборот встать, а потом сесть. Выросли четыре. Так, то есть то раз, сесть, подняться, закрыть. Раз, назад, сесть, подняться, закрыть. Раз, два, подняться, сутуну и сразу следовать. По одному, ну как следует. Высоко, высоко. Давайте, только вам нужно. Ну, по возможности высоко. А Руна и Марина, вы собираетесь. Ну, давайте, буду надеяться. Пятая позиция. Готовы? Вздох. И Thank you.
Растяжка. Раз, растянем высоко, а с растянем высоко, а с растянем высоко.
Когда вы растягиваетесь, вот эта мышца, связочка, должна запомнить. Поэтому медленно поставим, не быстро. Ну-ка попробуйте сесть на шпагат. Ой, вот так. Встаньте все лицом в зеркало. Стой. Вот здесь. Все. Еще будем попозже что-то делать. Давай. Растяжка. Не надо. Так. И качаем. Падает. Не падает. Коробка, молодец. Теперь, а Марина, посмотри. Вижу, человек лучше тебя сделал шпагат. А у тебя коленки согнуты? Кузнечик, с коленками назад. Ладно, молодцы. С левой ножки пошли. Сюда, Марина. С левой ножки. Молодец, умничка. Носочки натянула. Носочек вперед. Вот. Молодец. Ой, мама. Вот я говорю, целеустремленный человек, да? Сколько еле, она на шпагате сидит. Сколько тебе? Я много пропустила. Да, должна хоть. Вот, пропустите, делать уже шпагат. Эй! Арна, молодец. Вы молодцом. Молодец. А что спасибо? Ваш труд. Все? Пошли. Большой батман мы сделали? Все. Видно, что целеустремленно. Да, ромочка. Скочите, забыл сказать, красавица. Только забыла целоманку. Ей надо похудеть, я ей сказала, как похудеть. Два запамятить. И пять за шпагат. Прям в сумку, пищевую пленку, и прям с ней же видеть какие-то. Облом с пленкой. Я ей еще тут раз сказала. Заранее получите. Нет, пища где-то сама. А ее надо просушить, она, эта пленка тут вся в воде. Вот эта вся вода у вас на пленке будет. Как тут сама. Я после танца сама себе бегу за пленкой. Да, мгновенный целлофановый пакет можно было разорвать, а так замотать. Конечно. Где-то у меня пленка. Прогиб. Девушка, на середину. Да, зачем тебе? Там не видать нигде бутылочку с водой. Вот, нашла. Она у меня на столе стояла. Пятая позиция. Кого прыжки там лье? Батман Кандюжи Т. Прожан портер. Сделаешь еще. Так, а вы смотрите. Значит, с правой ножки на Мариту, с левой ножки на Аллу. Теперь, Мариточка, зайка, вот эти кости не должны торчать. Вот убирай. Ты худенькая, а вот полненькая, мне не видно. Я сейчас управляюсь. А тебе надо, чтобы ты, это самое, вот таких угловатых форм не было, удлини просто, вот и все. И вот у тебя тоже такие красивые ручки. Сейчас, секунду. Пожалуйста, полюбуйте зеркало. Я хочу поправить коктейль. Не хочу. Мне нравится. Это не костлявый, кожа такой. Здрасте, приехали. Нормально. Сейчас будешь подрастать, девушке становиться, само собой придет все. И тут упражняет. Хорошо, как у милашки тоже. Она же своей вот этой кожи. Где там шапки-то? Носик видишь. Ой, молодец. Носочек передний, ружья. Во. Вот так вы натянули носочек еще 2 сантиметра ниже. Умничка. Это всего второй раз вы занимаетесь, уже почти на шпагате. Давайте. За месяц сядете на шпагат. 8 марта сама себе сделаешь подарок. Мужу покажу. Вы уже можете ему сейчас показывать. Скажи, смотри. А 8 марта полностью сяду. Все. Эй! Ножи не скрой, не стал. Я люблю. Это мама Розе. Посадите. Девочки, и вы в жизни, допустим, с кем-то разговариваете, вот так боком стоите, боком красивый фигур. А вот так толстый, мне кажется. Для меня немножко бочко толстый. Называется это F-пальма. Прямо не в зеркало стоять, а вот так, в угол. Вот у нас есть 8 точек. Вот смотрите, прямо ставьте первая точка. Угол, вторая. Стенка, третья, поворачиваемся. Угол, четвертая. Стенка, пятая. Угол шестой, седьмая, восьмой. Углы черные, стенки не черные. Ставим в восьмую точку. А это вот будет первая точка. Прямо в центре первая точка. Пошли. Там и я. Ну, Марина! Я задумалась. Ну, получишь сейчас.
И все мозги будут на месте сразу. Вздох. И раз. Первый аккорд добра, помните, знаете? Раз, два, три, четыре.
5, 6, 7, 8. Второй аккорд добрав. Теперь поросем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А третий аккорд добрав с прогибом. Давайте. Пятая позиция. Пятая позиция. Правая ножка спереди. По стенке. Стенкость. Сланцы спины скачат. Пошли. Раз без музыки. Два. И раз. И на носочки. Два. Закрутили себя на полкруга. И три. И. А, нет, четыре. Надо с первого раза поворот делать. Раз, два. С первого поворота. И сразу. Раз. И поворот. Два. И поворот. Три. И сели в пятую позицию. Открыли четыре. Четыре просто, а четыре в повороте. Пятая позиция. Заводи, пожалуйста. Готовы? Серия. Раз. И анфас. Четыре просто. Раз. Не торопись, сядь, не торопись, полупальцы, стоять.
грамотно. Получаем. Раз, два. И раз, и два, и три. Улыбается анфас. И раз, и два, и три. Улыбается эпосе. И раз, и два, и три. Поменяет ручки. Четыре. И картет. И назад. Вперед. Назад. И все следует. И раз, и два, и три. Полупальцы прямо. И на целый, на целый, на три. Полупальцы поворот. Три. Раз, эпосе. Два, три. Ручки поменять. Экарте назад. Раз, два, три. Экарте назад. Экарте вперед. Это на полупальце выявление? Нет, на полупальце только поворотики делать. Хорошо. На целый. Приготовились. Пятая позиция. Ручки открыли. Раз. И два. Три. И раз. И два. Красиво. Не в пятую нога идет. Бориточка, зайка. Не вот так. А батман тандю. Через батман тандю. Потому что у тебя нога у тебя была кочергой. И ты кочергой вот так закрыла. А подъем должен быть вытянутый, вот вытянутый, и потом закрой. Давай. Еще раз я за тебя остановлю. Сланец снизу, попок и щелкни. Сланец. Открыли ручки. Раз. Одну шагу. И раз, два. Смотри, у тебя
ленты и смотрит вперед. Коленки в каждую сторону, иначе ты травмируешь свои ножки, конечно. Сама прыгаешь так, а коленки вот так. У тебя коленки.